Никита, прежде чем про музыку поговорить, поговорим сперва про кино. Давай. Потому что в вашей фильмографии из 8 фильмов, которые здесь указаны, 4 приходится на прошлый год. То есть 2014 год стал самым для вас каким? Киношным. 2014 год, ну, на самом деле, стал для меня открывающим очень. Ага. Случилось много каких-то новых открытий, большие изменения. Но все в хорошую сторону. Так. Слава богу. Такой... То есть вы не в унисон со страной, со страной в разные стороны произошли изменения, а у вас только хорошие. Так, слушаю. Насыщенный год получился. Угу. Ну что это вот за кино-то? Четыре фильма. Это же не режиссерские работы, это же актерские работы имеется в виду. Да, это «Охота актерские. За призраком», «Копы из перетопа», «Корпоратив» и «Дело ангела». «Дело ангела» — это пока еще... находится в стадии постпродакшена, то есть там какие-то трудности с монтажом, насколько я знаю, но... Ну, вы свою работу уже сделали, да? Да, давно еще. Музыкант по кличке Моцарт. Моцарт. Я назову кличка, вот, кстати, сразу за кличку я цеплюсь, потому что клички обычно не у музыкантов бывают, а у животных, да, у нас такая традиция. Ух ты! Сандра. Как? Сандра. Сандра, ух ты, царапаешь, ты, Сандра, не царапайся так. Это мы приютских кошек пристраиваем зрителям нашим, поэтому поклонники или поклонницы Никиты Преснякова сегодня могут обрести вот такую Сандру. Глаза грустные такие. Да, ну а кому-то будет весело вот так вот. Принесли куда-то, здесь много новых запахов, цвет, люди незнакомые. Но красивые, по-моему. Да? Такой же цвет рыжий должен быть вам как-то близок и понятен. Ну, не совсем рыжий. Да. Вот, кстати, были домашние животные или есть ли? Ну, до сих пор собачка, порода Шиба-Ину. Ага. Это, если Хатико смотрели, это Акита-Ину. Так. Они больше, а Шиба чуть-чуть меньше. Угу. Японская. Откуда? Это подарок или... Это первая осознанная уже собака, купленная на свои заработанные... Купленные где и когда, опять же? Когда я учился в Штатах. Ага. То есть, ну, когда я только начал снимать первую квартиру, первый такой шаг, я решил увезти собачку. А вы же много, наверное, гастролируете, путешествуете. Кто сидит с животным? Ну, в таких случаях я на дачу прошу там знакомых, чтобы они... немножко поухаживали. А на даче, наверное, какие-то другие животные там есть? Нет, как она у вас? Там есть еще несколько. Ладит? Да, он очень дружелюбный, вот удивительно. И любит абсолютно всех людей, прохожих. Ну, то есть мы с ним выросли, так можно сказать, в Нью-Йорке. Он вырос. Я-то нет. И ну, привык, что к нему подходят другие собаки, нюхают его, он только рад от этого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.